В Астане продолжается акция «Обменяй зависимость на спорт». Прямо на улице волонтеры предлагают молодым людям навсегда распрощаться с вредной привычкой и получить взамен спортивные инвентари. Это теннисные наборы или боксерские перчатки. Только сегодня правильный выбор сделали больше 15 жителей столицы. Динара Абдирова продолжит тему. Свой вейп на перчатки для единоборств сегодня обменял 21-летний Асыл Мурсалим. Говорит, 2 года не мог избавиться от вредной привычки, но сегодня понял – время пришло. Мы обменяли, как бы, у нас получился толчок занятия спортом. То есть не просто так, как бы. И вот это вот хорошо, то, что нам предлагают альтернативу, а не просто говорят, типа, вот мы забираем и все. Я сейчас хочу заняться тайским боксом, мой тайм. Акция «Обменяй зависимость на спорт» стартовала в столице 4 месяца назад. Организаторы говорят, молодые люди охотно меняют электронные сигареты на спортинвентарь, отмечая, что им давно нужен был стимул это сделать. Молодежи, если там сидят, курят, допустим, электронные сигареты, вейпы, мы уже подходим со спортсменами и агитируем, скажем, что это неправильно, это вредно. Лучше займитесь спортом, читайте книги. Если мы охватим где-то около 100, это уже результат. Мы хотим убедить молодых людей, что очень важно заниматься спортом и беречь свое здоровье. Причем делать это надо с юных лет. Так называемые здоровые привычки, которые зародились в детстве, они помогут сохранить здоровье и бодрость духа до глубокой старости. Мы надеемся, что наша акция станет мотивацией для молодежи. Цель акции – не осуждать молодежь и подростков, а поощрять их за то, что они бросают курить, говорят организаторы. По их словам, все собранные электронные устройства утилизируют. Динара Абдирова, Жандос Битабаров и Ильяман Мустафа, 24 КИЗ.